Напомню, продажи начались 30 мая на сайте промоутера www.sochiautodrome.ru. Всего в продаже более 45 тысяч билетов всех категорий. Наибольшую активность проявили жители Центрального и Южного федерального округа. В Москве, Сочи и Краснодаре приобрели более 60% от общего количества билетов. Наиболее популярными стали главная трибуна и зона свободного размещения у Ледового дворца Большой. Помимо главного события Гран-при России, зрители увидят этапы гоночных серий GP2 и GP3, получат доступ к зоне F1 Village, концертам и яркой развлекательной программе, подробности которой организаторы раскроют в ближайшее время.